Киев подвергся новому российскому обстрелу в ночь на понедельник. Власти сообщают, что сбили 20 воздушных целей. Днем ранее, сразу после наступления Нового года, украинская столица также подверглась атаке. По данным Киевской военной администрации, уничтожены все 32 снаряда. По словам президента Владимира Зеленского, всего по стране в первый день 2023 года сбиты 45 иранских беспилотников. В российском Минобороны заявляют, что удар был нанесен по военно-промышленному комплексу, занимающемуся производством дронов. Как сообщают украинские СМИ, российские военкоры в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар из ракетных систем «Хаймарс» по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке под Донецком, где были расквартированы российские мобилизованные военнослужащие. Сведения о жертвах разнятся, счет может идти на сотни. В России раскритиковали решение военного руководства о размещении личного состава в здании, не приспособленном для безопасного нахождения и не оснащенного укрытиями.